назад. Назад один шаг. Назад, да. Ну, опять. Опять вперед. А что там тормозит? Вот, вот это. Вот. Ну вот они все, понятно. Это из положения. У вас должна быть четко определена проблема, понятная и вкусная идея, ясная цель, логично выстроенный перечень задач. Причем по перечню задач у меня еще одно важное условие, которое хочу сказать. Вот те, кто первый раз пишут заявки, они, как правило, попадают в просадку в этом отношении. Есть такое понятие рядоположенные задачи. Кто мне проинтерпретирует, что это такое? Они как бы одно и то же, да, если очень общего в них. Нет, так что они должны быть. Вот они должны быть примерно одинакового объема, сложности и так далее. Потому что вот нередко попадаются проекты, в которых там среди задач там вдруг втыкается задача, которая вообще ничего не стоит, они ее как задачу фиксируют. Ну, понятно, да, там, допустим, переплести книжку. Вот не задача. Действие. А вот написать там, тираж сделать и так далее. Обоснованный бюджет, сроки выполнения, логичный механизм достижения, оценка эффективности и соцэффектов, вот это, как правило, сложности вызывает у коллег, которые пишут заявки. Это вот это общие характеристики. Ну, я останавливаюсь, не буду, тут ничего особенного нет. Дальше. Идеальный проект. Ну вот. Это выборка, сделанная из целого большого, так сказать, числа вот, людей, которые писали про грандмейкинг, фандрайзинг, про положение, сопоставляли и так далее. То есть, конечно же, опять идеальный редко встречается, абсолютно идеальный. Но у нас появилось большое количество грантописателей, которые на этом сейчас стали зарабатывать деньги. На этом не зарабатывать деньги. Те, кто работает, а писать не умеет. Так. Да, соответственно. Не в этом смысле. То есть люди, которые набили руку на то, чтобы качественно писать вот заявки под существующее положение, их еще иногда называют грантобратья. Вот. Ну что, это хорошо, что есть такие. Самое интересное, провели конкурс, значит, отправили грант этот самый фонд президентский и отправили грант за рубеж. Да. За рубежом выделяют деньги, президентский фонд отказывает. Это уже вот этот новый президент? Это вот, вот уже сейчас. Интересно, может. Да, только просто те вынуждены были отказаться, потому что иначе нужно было бы себя объявлять как агентами иностранными, да. А это значит перечеркивать. А вопрос, а вы в президентский потом не сообщили вот такую политику? Сообщили. Ну и что? Они сказали, хорошо, мы учтем. Поставил вас. Это уже хорошо. Это хорошо, мы отслеживаем их работу. Это хорошо. Так, дальше пошли. Вот, потому что есть указание не давать. Чего не давать? Не давать денег на эту тему. А, понятно. Вот проектирование, это вот на самом деле я выдернул из нескольких вариантов. От конструирования вариантов